Роман только сегодня рассказал про тэквондистов, которые на уроках тэквондо рвались. Мне кажется, Дарья, было бы более приятнее, если бы она залезла. И мне бы не так. Знаешь, как можно сделать? Смотри, Никитос, прости. Вот так. Ты можешь сделать, так продавить. А ты ей скажи, чтобы не надо сделать, надо. Видишь, они делают. Вот. Ром, не чити, Рома, не чити. Не раскачивай. Вперед. Я показал. Вперед. Сядь на него. Вперед. Обещаю, за 11 переходим на немецкий. Обещаю. 18-16. А это что? Элемент это значит... Только не так. Ладно. Без мозга и братан, смотри, у меня у А как фамилия у тебя? Фамилия, имя, отчество. Что, Артём, покажешь? Давай на маленьком. Кого? Владислав Артурович. Покажешь? Что там надо? Нет, ты выход через спину. Ну, иди пока занимайся, потом, Сергей Геннадьевич. Можно я тут оставлю, пожалуйста? Да, конечно. Опа, смотри, как его зовут, да. Вот и все. Парни, поделаем, Миша, не залипай. Меня записали? Конечно. Мне, короче, я думаю, ладно, нормально, все. Давай, разочек. Будь здоров. Как Егорыч, ты здоров? Нет? Давай. Молодец. Давай, Роман, все. Тяни, ножки вместе. Давай, как Егорыч, что? Сразу, сразу голову ходи, давай. Теперь, поднимай, держи. Держи. Опять что ли? Же, сын, сегодня весь алфавит, что ну Егор у нас пока на самый, да, высокую, тем более, стрим. Высокую. Оп, залетел. Да? Я хочу элементики. Да, сейчас. Давай, иди на потеку. Бог, ты сейчас писала, да, Игорь. Все, записались? Нет, я не записал. Записал я всех вас. Да? Денежку. Ты трух хочешь? Нет, просто да, я записал. Мотя, Игорь. Вот за Дарью и за меня. Блин, парень, сейчас за вас реально Дарья возьмется. Это будет вам не понравится это вам делать. Лучше не надо. Парень, сколько нам сейчас? 14. Хорош. Хорош. Не думай. Здесь 200. Давай, Максим. Давай, Максим. Покажи горизонт. Ну, блин, занимают себе разные позы, что просто люди не убились. А ну, знаешь, если бы кто-то столько раз слова давали, я обманываю. Понимаешь, а если бы люди сказали бы, будем... Бери, забирай. Сейчас я ему достану. Здесь нужно приедет. Да, я не сообщение не только не понял, что они там вычислили, чтобы все было доступно. Спорную разбивается, а потом начинает жаловаться. Они сразу туда одеты. Одинаковые? Одинаковые. Волокова? Да. Они еще все поддерживают эту Олю. Конечно, кого они еще поддерживают? Оля, Оля. Они боятся, потому что это... Блин, чей телефон открыл? Ну, видите, айфонами разбрасывается петух. Ну, нам богат не понятно. Он испарился. Никита, как сказал.
Так, ребята, малыши, вперед сюда. Запиши, сделаем маты, готовим к элементам. Малыши, до 16 лет сюда. Я хочу уже сольдом. Он нас обзывает, он говорит, заткнись. Почему? Потому что он говорит, что неправильно сделал, а я сделал. А надо подбородка касаться. Это подбородка. Если он тебе, Роман, на... сейчас пока с нами побудь, сейчас они маты ездили, потом на элементы. Все, ты с нами. Никита, и я. Ты тоже с нами. Пока. Роман, ты же постарше. Вот как ты думаешь, честно ли по отношению друг к другу говорить заткнись, букву Ж там обзываться? Ну, допустим, не говорил, тихо. Допустим, вот вы между собой как-то ругаетесь. Но вот здесь вот малыши, тем более в присутствии девочка, тем более в присутствии взрослых людей, вот это, ну, правильно ты считаешь? А если ты это слышишь, что мне поправить ребят сказать? Типа, парни, хорошо ругаться. Скажу тренеру. Ну, тоже, да, но вот так тренеру. Потому что сейчас... надо крысить всю свою команду. Нет. Тренеров у нас сейчас нет, у нас есть дочка главного тренера, Дениса Владимировича. А я воспитатель. Можно сказать, воспитатель. Да. Да. Ну, смотри, какая штука интересная. Он у тебя попой кверху, вот так. Просто надо вы... Путину тоже. Можно Путину позвонить, просто вы нарушаете дисциплину. Здесь у нас взрослые ребята. Конечно, можно. Да, вот представляешь, если они на вас сейчас... Никит, представь, если кто сейчас из взрослых ребят, другой Никит. И представь, если сейчас один Никита на другого скажет, заткнись. Ну как тебе это будет? Тихо, нет, никто никого врезать не будет. Нет, он сказал, если ты что-то мне скажешь, он мне вот так врежет. Да, ну вот, допустим. Разве это хорошо, Никитос? Знаешь, почему они говорят? Потому что они меньше тебя на данный момент не словили. Тебе наоборот, да надо, какая тебе надо защищать кота, тебе надо защищать наоборот. Надеюсь, ты же... Он сам 9. Звал меня Никита, не отнесел в комнату. 9? Он снова 9 лет. Он-то, может быть, не понимает. Зачем? Хорошо, а если взрослые, не, погоди, вот если взрослые, вот ты вот будет, если он скажет, ты чё, вот так вот пальцем. Мастер пункт, оп, а ну давай еще, рубанемся. Иди сюда, погоди сюда. А, прием, ну-ка давай. Вот ты меня кулаками, я щипачками, да? Пойдем, не пугай. Не пугай, Дарья. Давай, парни. Сейчас, парни, пойдем, все, не пугай, благодарю. Парни, пойдем сюда, пойдем сюда. Там уже не обзываешься, для кого-то, ну нам, знаешь, какая штука, Никитос, твои слова обзывать будет для кого-то как щипок, то есть это до слез обидно. Я тебе умку не зря, как бы, а там... Погоди, держи тебе, это стоечки, держи, секунду, сейчас. Никита, возьми обратно. Еще раз пнешь ее ногой, будешь стоять в упоре лежа до конца тренировки. Стоп, упор лежа, упор лежа, придет на стойку. На стойку, на стойку. К стене подвиньтесь ногами, к стене. Не проблема с ним, не знаю почему. К стене ногами. К стене, Никитос, к стене ногами. К стене ногами двигайтесь. Стойку под грудь, Роман. Стойку под грудь. К стене ногами пододвиньтесь.
стоечку под грудь. Ближе ровно к стене пододвинулись. Поехали. Одно отжимание касаетесь грудью до деревяшки. Поехали. Раз. Раз. Без опускания. Просто... Он не маленький. Как маленький? Грудью до пола сразу встали. Раз, парни, раз, вниз, два наверх. Команду, пожалуйста, Ксения Денисовна. Не обращай внимания, все могут. Поехали. Парни, слушаем команду Ксении Денисовны. Считай не громко, потому что внимательно. Кто хорошо делает, кто команду хорошо сделает, побежит на элементы сразу. Все, поехали. Раз, два. Считай просто, раз, два. Ладно? Она устанет бесконечно считать. Все, давай. Что ты тут кофейку? А, блин, я же не варю. Блин, да. Блин, да. Давай. Да хрен его знает. А? Давай. Никто не делает. Раз, вниз, два наверх. Никита, все, смотри. Ты сейчас иди тогда на элемент спокойно, да? Поделай. Либо, смотри, либо можешь ударить, поделать по поводу стойки на руках каких-нибудь, просто пообщайся, если у него время. Надо к соревнованиям готовиться, но можешь за ней там наблюдать. А так сейчас с парнями решу. Раз, вниз, два наверх. Раз, два. Роман, соберись. Раз, два. Максим, тоже соберись. Вам с Романом уже надо на элементы бежать. Раз, два. Грудью под грудь. Макс, под грудь. Как Рома, смотри рядом. Под грудь. Стоечку двигай, двигай. Прям лечь надо. Раз, два. Раз, два. Раз. Ксюш, поделай набор пока простой. Делай, поделай, пожалуйста, простой на маленьком турнике набор действий. Сейчас подойду. Раз. Раз. Вниз, два наверх. Два. Раз. Два. Роман, терпи. Макс, терпите. Раз. Два. Макс. Раз. Два. Сейчас, Роман, Максим, пять раз правильно сделайте, пойдете. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Роман, Максим, на элементы бегом. Двое на элементы, остальные отжимаются. Стоп, Миша. Тихо, стоп. Надо сделать правильно. Никита, Миша, Иван. Сейчас сделайте правильно, тоже пойдете, ладно? Давай, делаем правильно. Да, да, надо правильно сделать. Никитос, терпи. Никит, пусть он сидит, он не хочет делать. Ты покажи правильно с Иваном. Раз, два, красавчики. Да, без коленок. Раз, два. Терпите. Раз, два. Раз. 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 У нас с тобой как это, как микс диджейский. Я сделал правильно. Раз. Я сделал правильно. Раз. Я сделал правильно. Раз. 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 Два. Раз. Два. Раз. Я тоже. Роман. Сами за себя, да? Ром, а ты мог бы Ксюше показать несколько простых элементов или подводящих? Давай, поухаживай за девочкой, пожалуйста, Ром. Только, Рома, простые, ладно? Ты Ксюше покажи, а не мне. Простые покажи. Раз. Ну спроси у ней, какой простой. Два. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ну она со сколько? На 180 учила вчера, да. Дальше. Раз. Два.
раз. И раз. Два. И раз. Эх, раз, и еще раз, и еще много, много раз. Никита, звони бабушке, братан. Скажи, Никит, звони бабушке, скажи, Сергей Геннадьевич издевается, на тобой отжиматься заставляет, звони. Сергей Геннадьевич, отжимайте мне, я сейчас сделаю. Иван, тоже звонить будешь бабушке? Не, я... Ты сделаешь? Делай, покажи нам. А теперь покажите мне, Никита, Иван и Миша, покажите мне правильные 50 отжиманий. 50? Правильных. Правильных покажите. Я больше не могу, у меня руки. Вот как только вы делаете правильные 50 отжиманий, вы переходите на перекладину. На самом деле это легкотня, Никита. Никитос, Никит, Моисеенко. Моисеенко, Никит, это меньше минуты. Иван, это меньше минуты. Правильные 50 отжиманий делаете и сразу переходите на элементы. Я вам обещаю, взрослые перед вами расступятся, когда вы сделаете 50 отжиманий правильных. Они просто... Можно хотя бы без стоек? А так со стойкой проще же. Она же выше, и тебе получается удобнее делать. Вот, правильно. Можно мне 20? Ну попробуйте без стоек, но мне кажется, так проще. Сергей Геннадьевич, Иван, Иван, к стене подойди. Можно 20 раз мне? 50. Можете посмотреть? А ты 10 раз по 5. Видишь, Никит, без стоечки проще же. Можно я посчитать? Сами про себя, давайте на доверие к самим себе. По себя просчитайте 50 раз. Никит, если вы Миша, Миша, если вы не умеете считать до 50, 5 раз по 10 посчитайте. 5 раз по 10. Надо сделать. Нормальная суббота же, да? Сейчас у нас чаепитие будет. Сегодня же день барабанщика. Вы что? Сегодня же день барабанщика. Я хочу сальтухи. Да и сальтухи будет под барабанный бой. Я уже 2 раза по 10 сделал. Да. Просто, ребят, с таким подходом, который сейчас у вас, мне кажется, вы не найдете общий язык со взрослыми ребятами, кто к соревнованиям готовится. Они будут крайне недовольны вашим отношением. Поэтому подумайте сами. Миша, Иван, Никитос, молодец. Еще 20. Молодец, молодец, делай, делай. Я не могу, я не буду. Успокойся. Звони бате тогда, Мишань. Звони бате. Сергей Геннадьевич, вы очень хороший тренер. Благодарю, я не тренер, я воспитатель. Ну зачем? Я, если это не моя квалификация. Еще 10 раз! Я воспитатель. 10 раз еще давай. Сальтухи, ты сначала сделай элементы, пожалуйста. Ой, элементы отжимания сделай, пожалуйста. Конечно, сальтухи пойдешь. Сделай сначала. Только до сальтух вам надо будет пройти еще выкрутаться на турничках. Сальтухи с турников поделать. Да, со скок с переворота будет сегодня делать. Миша, нужно делать. Максим, Макс, не залипай, ладно? Школу прогуливать не надо. Я сделал 50. Никита, сделал. 10 раз по 5. Все, лады, 5 минут перерыв попить, умыться в туалет. Иван, тебе тоже перерыв, и Миша перерыв. Всем перерыв, по желанию. Хочу сальтухи. Сейчас будешь делать. Только мы их будем делать сначала с турника. Поделитесь водичкой друг с другом. Да, молодец. Я хочу на матах уже делать. На матах? Видишь, пока ребят там много. Сейчас можно черноголовку, пожалуйста? Черноголовку? Блин, она братан. Она вот без этого. Она газированная. Она мне можно. Можно? Да. Надо, чтобы батя... Ну, пожалуйста, мне можно. Сейчас, погоди. Погоди. Сейчас я подумаю. Это, блин, газированная вода, сладкая. Детям нельзя. А я пью это. Я точно пью. Да? Блин, дети меня. Я пожалуйста, пью. Я не могу. Скажи, взрослые не пьют. Это Сергей Сергеевич купил себе и забыл. Ну, пожалуйста. Да погоди, погоди. Смотри, какая штука. Я бы тебя угостил бы и кофем. Я кофе не пью. Вот, но это взрослый напиток. А это, если я не ошибаюсь, купил Сергей Сергеевич, и он доставил. Сейчас я ему позвоню, спрошу, можно ли с тобой поделиться. Я 2 раза сделал по 10. Давай еще 3 раза сделаю. Иди в туалет, сходи, умойся, высморкайся. Сейчас на турники сейчас пойдем. Сергей сейчас на турники, погоди, сейчас на турники пойдем. Я позвоню ему, не переживай. Я 3 уже сделал. Делай еще, сейчас идем на турники. А я на сальтухе потом? Иван, погоди, сначала на турники идем. А позвоните ему сейчас. Погоди. Нет, Миша, надо ниже.
Вот сейчас Никита не одобрит. Никита не одобрит. Надо ниже делать. Сейчас, секунду. 5 минут отдых, я проверю записи. Еще один раз осталось. А ты как делаешь? Мы, когда ребята разойдутся, я там сделаю. А ты сможешь с ними договориться? Под мой счет. Иван, погоди. Ты с кем из них будешь договариваться по поводу, чтобы ты сальто делал? Вот смотри, у них целая очередь стоит здесь. Что, Ксюша, такое? Попить, да, попить ему с туалета. 5 минут. Иван, пойдем пока на турники сначала. Сейчас они устанут. Они же тоже люди, да, они тоже устают. Сейчас они устанут. У нас 4 часа в субботу? Конечно, даже 5 часов в субботу. Ух, блин, это жестко было. Это нормально было. Ксюха, что у вас белые усы? Как? Белые усы. Белые усы? Может быть, волосы имеешь в виду белые? Ну да. Это седина называется. Седина на моих висках. Сергей Геннадьевич, позвоните Сергею Сергеевичу. Моей бороде. Да. Позвони сейчас Сергею. Сейчас звоню, погоди, я записи проверю, я позвоню. Я умею сыграть. Красавчик, сейчас сыграем. Позвоните уже Сергею Сергеевичу. Погоди, сейчас. Мне надо вас отправить на элементы. И сейчас я позвоню. Пойдемте. Я сейчас свою связку покажу. Покажешь. А можно я тоже покажу? Мне надо будет 2 человека вот на эти. Выбирайте, кто из вас двое. Пойдем. Иван, пойдешь к Ксюше, позанимаешься здесь на брусьях, а потом там освободишься и на сальто пойдешь. Пойдешь? Смотрите, задача. Секундочку. Все, смотри. Ой, это понятно. Я вот так вот и хочу называть. Сейчас попробуем такой момент, называется макать ногами. Это чтобы могли вы попробовать. Иван, не отвлекайся, братан. Просто руками как-то махнул, они тебя радостно увидели. Потом обниматься. Потом обниматься будет и все. Все, хорошо. Ну, так, с мальчиками. У вас на танцах девчат? Да, молодец. Я уже так делаю. Я разбежу вас. Смотрите, ты не переживай. Да, нормально? Вас ко мне. Я не знаю, как называется. Задержали родители. Я понял. Ксюш, смотри, что надо делать. Он по банку будет. То есть, он банк. Брэкс, куда капля? Надо поднимать ножки, да. Сделать 10 раз. Раз, два, три. А можешь вот так, смотри, как я сделал? Куда бы еще раз вас? Как ты делаешь? Да, Петру, запиши, запиши, пожалуйста, парней. Прыгай, первый лоб делай. Смотри. А, вот сюда? Да. Браво. Смотрите. Сергей, ты так, смотрите, сколько я могу. Никита, ты что так? Там нормально все? Да, нормально. Нормально? Бум-бум. Никита Михайлович. Сейчас он спрыгнул. Давай прям встать, да, оттуда можешь? На салон. Нормально? Но чуть-чуть, еще через одну руку. Игорь Александрович. Когда делаешь коллиста, так это... Ну, только... Все, разбирайтесь, ты же был тут, у тебя есть занятия? Да, да. Ну, сейчас найдем. 2 недели назад был, в субботу. 2 недели назад, в субботу? Никита, вот это лучше не делать, потому что ты можешь улететь. Это очень опасно. Я хочу это делать. Вам на разведку, а вам там себе плащадку возьмите. Сейчас. Михаил, иди сюда, ты что, не понял меня, что ли? А? Вообще.
чё орёшь? А? Саня, ты чё орёшь? Ты чё орёшь, я спрашиваю? А? Тебе кто разрешил там находиться у окна? Кисает локоть. Так я его не разрешал. Ты сказал, что там... Стой! Тебе я разрешал, чтобы ты там находился? Нет? А почему ты там делаешь? Иди сюда. Иди сюда. В смысле ты упал? Тебе кто там разрешил вообще находиться? Иди сюда. Всем, еще раз сюда, как я вижу здесь. Ты видишь окна? Ты знаешь, что там за окна? Какой этаж? Какой? Какой? Ты знаешь, что будет со второго этажа, если через окно будет? Что будет? А? Что будет? Ты хочешь, чтобы это было? Чтобы я вообще сюда вас не видел, ясно? Все, бегом наше внимание. С тобой вдвоем. Вдвоем. Вы че? А что случилось? Других три морите и сами заставляете друг друга волноваться. Давай упор, Леша, принять. Сколько? 100 раз. Да нет! В смысле, да нет? 100 раз, поехали, 100 отжиманий. В смысле, нет? В смысле, нет? Надо, надо. 100 отжиманий. Ксюша, чуть-чуть отодвинься. Максим, ты, братан, что такого больше нет. Макс, ты сам делай, не обращай на внимания, делай сам. Ты делай, да. Я же перепугался. А что перепугался? Зачем локом лазит там? Он говорит, он упал туда. Он наверх. Упал. Упал наверх. Да, упал наверх. Максим, не обращай внимания, сам делай. Я же не упал. Ты сам знаешь, что со второго этажа вывалится, что будет, какие проблемы. Хочешь, чтобы потом папа плакал, что ли? А? Мишенька. Это получается 2 занятия, да? 500. Да. Миша, хоть ты обнойся, хоть ты обревись слезами, хоть ты, хоть соплями и зайдись. Самое главное, чтобы не кровью. Я... Максим, делай сам с колен, да, с колен. С колен, с колен, 100 раз с колен, конечно, вы так сотку не сможете сделать. Нет, Никита, нельзя делать пока что. Никита, отойди оттуда. Моисеенко, отойди оттуда вообще. Иван, не залипай. Я что сказал делать? Нет, не так. Ксюш, покажи, Павел, что я сказал делать. Ксюш, покажи, что я сказал делать. Иван, смотри внимательно. Иван, отойди оттуда. В другую сторону отойди. Смотри на нее, смотри на нее. Выше, выше ноги, выше, выше, да, выше. Выше, умница, выше. 10 раз, потом Иван. Миша, Бибин. Иван, быстрее. Миша, Бибин, у тебя сегодня вся тренировка в отжиманиях будет. Я тебе обещаю. Выше ноги, выше ноги, выше ноги. Раскачивайся, назад ноги тоже махай, да. Выше ноги. Выше, 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 Иван. Что вы смеетесь, это не смешно. Видишь, для кого-то смешно, для кого-то котят убивают, это смешно. Знаешь, какая эти штука? Люди вообще... Это странно, да, согласен. Это очень... Кто-то мучает кого-то, это для них смешно. А если птицу мучить, это тоже плохо? Кто-то падает, разбивается, это тоже смешно. Даже в кино целые культуры выстраиваются. Стоп, нельзя, нельзя, остановись. На парней не наступи, ты заходишь, Никита, аккуратно, не наступи на парней. Хоть тебе 9 лет, но вес-то у тебя не это... Убери ты телефон, Никитос. Не надо. Ты хочешь домой? Звони бабушке, скажи, я хочу домой. А у тренировка окончена? Нет. Тренировка в полном разгаре. Но ты можешь пожаловаться на меня бабушке, сказать, что я заставляю отжиматься. А, нет, я хотел... Иван, сделал, отходи. Я думал, тренировку уже надо сказать, если отойдут сделать. Погоди, ты еще это упражнение не доделал. А сколько мне еще раз осталось? Ты еще не... Вот ты должен сделать так же хорошо, как Ксения делает. Вот так же надо сделать. Я хочу уже сейчас. Сейчас я знаю, погоди. Макс, не отвлекайся. Бибин! Да пусть он лежит. Хочет он отдыхать, пусть лежит. Всем Геннадий. Да. Смотрите, я буду тренером. Самое главное. Мне не нравится, что ребята лежат на моей тренировке. Ну блин, а как? Вот что сделать? Может быть, он устал, может, у него голова болит. Посмотрите, как я могу сказать. Так. Послушайте только. Так. Бибин, встал! Думаешь, он тебя послушает? Бибин, быстро встал! Иван, думаешь, он тебя послушает? Да тихо, тихо, тихо. Че? Зачем ты там ходишь?
Я, говорит, буду главным тренером, будешь ходить пенделей раздавать, что ли? Ну что вы отжимались бы? Нет, а ты с ним по-человечески поговори. Скажи, Миш, что случилось с тобой? Миша, Бибин. Вставай! Вставай, Бибин! Все, все отжимаются. Правильно теперь? Да, только, Ксюш, подскажи ему, что качка. Посмотри на Ксению. Ксюха, а ты постарайся сделать. Смотри, как выходит. Бегом от турнирительной элементы. Покажи. Смотри, ножки, одну ножку коснись стены. Может, я вам скажу, буду главным тренером. Мне нравится, что ребята мои тренировки лежат. Аккуратно. Все, да. Ну, Иван, надо исправлять. Нормально все, сейчас пойдем. Иван, вставай, они такими же были. Вот так вот только не нужно. Все, погоди. Иван, иди сюда, Ксюша, иди сюда. Нормально. Все, смотри. Ложись, Ваня, ставь крючок. Ксюх, смотри, что делаете. Вы под свой размер, под свой рост выставляете. Ложитесь, упираетесь ножками в стенку. Миш, ну давай. Да. Потом упираешься ножками в стенку. Ой, молодец. И начинаешь поднимать корпус. Тебе надо упереться, дай, да, дай, ну, поближе. Я бы его малым назвали, мощит уже. Тебе надо подняться, отца, сына, Да, держи. Иван, готов? Я сколько лет? Голову тоже подняться. Иван, пойдем. Иван, я хочу жить с Санькой. Сейчас будет, Санька, жди, укрепись тело, пока укрепили. Ага. Вы скажете папе, что я сегодня селила? Конечно, конечно, скажу, и маме скажем, давай. Терпи, Ксюха. Поближе к стене, вот посмотри, как Ксения делает. Давай. Давай, все, на меня не смотрим. А стоечку к себе поближе пододвинь, Вань, под грудь. Здесь надо упор поймать, Вань, да. Упор поймать надо. А по-тихому не надо ругаться? Ругаться вообще не надо. Ни по-громкому, ни по-тихому. Зачем? А если это стихов просто сказать? Для стихов? Да. Ну ты стихи ругательные, что ли, рассказываешь? Ну нет, просто говорю. А, не надо ругательные стихи, зачем они? Потому что не получается, мы иногда ругаемся. Ну я могу ругнуться, да и разные люди могут ругнуться, но я же не в отношении... Я, скорее всего, ругаюсь в отношении себя. В отношении себя, что я не нахожу тех слов, чтобы вам объяснить. А о чем вы говорите, когда не сможете вставать? Да. Вставай, волосатый! Вставай, давай! А я говорю, да что делать? Да? Давай, все, поехали. Да чтоб тебя. Да чтоб тебя. Да чтоб тебя, блядь. Не ругайся. Понесло его, да? На фантазии. Да. Давай, держи. Ксюша, опа, Ксюха, умница. Держи, 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 держи. Держи, держи. Не, Иван, ножки пониже. Ксения, это называется передний вис упражнение. Это, ну, крутое такое упражнение. Помнишь, да? Замирающий статический. Ну, тихо, Ваня. Ты что, хулиганишь? Нет, аккуратно. Я просто чувствую на голову. Не надо на голову падать. А теперь смотрите, отодвигайте от стены подальше. И вам надо сейчас без упора в стену. Иван, смотри. Мы даже можем чуть-чуть поостеть. Например, чтобы не руками цепляться, мозоли, да, начинать вылазить, там руки болят, перетерпеть надо. Не очень радостно. Иван, смотри, мы попроще сделаем, которые тебе нравятся. Я не умею ждать достать. Так надо сделать 10 раз по 10 мешаний, которые ты цифры знаешь. Досчитай до 10, потом еще до 10, еще до 10. Так 10 раз. Ерунтаж. Смотрите, Иван, поставь вот ручку, пожалуйста. Вот так поднялись. Может быть 180. Вот так можно поднять. Ага. Поехали. Сергей Геннадьевич. Сергей Геннадьевич. Я слышал. Я сделал гробик на 181 раза. Только слово гробик надо заменить, как называется правильный элемент. Это соскок с положения сильно, да, с переворотом. Соскок. Сергей Геннадьевич, а когда я буду делать сальто? Сальто будем делать, как только сейчас
делаем перерыв. Сейчас нет, не с турника. Я знаю, с матом, да? Они... Погоди, у нас через 10 минут будет перерыв. Сейчас мы делаем перерыв, перекусим. Сегодня же праздник. А я свою. Я свою еду принес. Молодец, спасибо. Для всех, для всех. Красавчик, день барабанщик. Только два раза здесь. Еще надо 8 надо сделать. Дай пятюню. Успокойся. Все, брат, все хорошо. Скоро перерыв.